Здравствуйте, дорогие! Сказка о желании. Когда-то давным-давно я желал купить приятный напиток. Называется он Jack Daniels. И что вы думаете? Я потом забыл. Прошел год, второй, я забыл. Не было работы, было тяжело. Я ходил, думал, что же мне делать, где бы найти хотя бы просто нормальный коньяк. А потом получилось чудесным образом. Я нашел работу. И тут мне дают карточку. Блин, что за лажа? Я не могу этой карточки снять наличную. Только расчет в магазине. Я скажу вам сразу. Расчет в магазине не очень интересный. Но тут я прихожу, короче, и вижу прямо на полочке лежит Jack Daniels. И не просто Jack Daniels, а на выбор. То есть объем 0,5, есть объем 0,35. Я выбираю объем 0,35, так как я думаю, мне этого хватит. Jack Daniels. Jack Daniels. Jack Daniels. Это Jack Daniels. Я такой думаю, что мне делать? Это Jack Daniels. У меня карточка, снять деньги не могу. Мне нужен Jack Daniels. Я его беру. Сначала схватился за бутылку 0,5. Потом такой думаю, какого лешего? Это же 0,5. Меня же разнесет в хлам. А это Новый год. Нельзя на Новый год быть в хлам. Тем более, если вы знаете, что Новый год всегда встречается изначально шампусиком. То после шампусика Jack Daniels сделает хлам. И это будет неприятно нам. Тогда я что делаю? Я беру 0,35, не парю мозги. И иду вперед. Надавляю себе на виски. Потому что мечты должны осуществляться. Я когда-то зажелал очень сильно, очень крепко. Я когда-то зажелал очень много, очень круто. И теперь вот я получил. Очень круто, очень круто. И теперь я хочу сказать всем. Жить надо каждую минуту. Не оставляйте свои желания на потом. Берите сразу все. Я хочу еще iPhone 12 или хотя бы 11. Pro Max. А потом я забываю. Ничего уже не желаю. Идем вперед. Жизнь не стоит на месте, братья. Двигаемся. Получаем результат. Наслаждение. Вся жизнь — это наслаждение. Даже когда делаете детей, это наслаждение. Они растут, это наслаждение. Вырастают, наслаждение. Только умейте дать им наслаждение, чтобы потом наслаждаться тем, что они вас любят. До скорых встреч. Будьте счастливы. 3 дня до Нового года. Я надеюсь на Новый год снять очень много роликов. Очень много роликов. Я иногда повторяю по красоте. Пока-пока. До скорых встреч.